из 150 шахт, которые у нас находятся на территории Украины, у нас 83 шахты на сегодня оказались на временно оккупированных территориях боевиками в Луганской и Донецкой области. Эти шахты в условиях мирного времени добывали 38% добычи угля в целом по стране. На сегодня 67 шахт находятся под контролем Украины, и из которых 37 подчиняются Министерству энергетики и угольной промышленности. Добыча с начала года за 10 месяцев составила 57 миллионов тонн угля. Мы потеряли за последние месяцы из-за боевых действий почти 12 миллионов тонн угля. Это по 2,5 миллиона тонн в месяц. В том числе государственные предприятия добыли 16 миллионов, и у них потеря составила 3,7, ну почти 4 миллиона. Хотя у нас до военных действий активных за 7 месяцев прирост составлял к прошлому периоду, к прошлому году, порядка 700 тысяч тонн угля. В настоящее время основная добыча приходится на шахты ДТЭКа. За октябрь мы добыли 3,8 миллиона тонн угля. На долю государственных предприятий пришлось 820 тысяч. Это на 200 тысяч было больше, чем в сентябре.